по доносящейся из парка музыки жители сразу смогли понять, их ждет нечто увлекательное. С самого утра на сцене выступали песенные и танцевальные коллективы, а жители, пользуясь возможностью, танцевали и подпевали артистам. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Семейный фестиваль «Арт Вояж» стал уникальным мероприятием, прошедшим по всей Московской области. Ленинский округ не стал исключением. Здесь была подготовлена обширная программа мероприятий и интерактивов для детей и взрослых. На нашем мероприятии представлены различные направления искусства. Не только там, художники, скульпторы, музыканты. Также у нас искусство театра, кино, литературы. Каждое учреждение свое культурное, они у нас есть по всем направлениям. И каждый из них решил поучаствовать, представить свое направление. Так, например, Центр досуга Дроздова подготовил выставку картин. Работы написаны участницами активного долголетия. Приглашенным гостем стала Наталья Юдинцева, член Союза художников России. Она презентовала 3 новые работы в технике фавизм, отразив на них яркие краски цветущей весны. Получилась экспозиция, я считаю, очень интересная, красочная, яркая, музейного уровня. Многие останавливаются, всем нравится. Я очень вообще довольна возможностью показать свою коллекцию в таком прекрасном городе, город Видное. Историко-культурный центр подготовил фотовыставку «История города Видное». Многие жители заинтересовались, каким был изначальный облик города. То, что на фотографиях, это я не застала, конечно. Поэтому я и любуюсь. На территории Центрального парка каждый может найти развлечения на свой вкус и цвет. Например, угоститься сладкой ватой или попкорном, сделать аквагрим или принять участие в интересном мастер-классе. Участница сообщества «Видные мастера» Лариса Устинова учила всех желающих созданию украшений из мозаики своими руками. Мозаика – это один из древнейших видов искусства, он вечен, и дети учатся новому виду искусства, знакомятся с ним. И в итоге у них получается украшение, которое вот мальчик делает сейчас, он делает подарок своей бабушке. 5-летний Вадим пришел на фестиваль с мамой и, увидев мастер-класс, решил принять участие, чтобы порадовать бабушку. Он отмечает, приятно делать подарки близким своими руками. Он увидел сову и решил подарить сову бабушке, потому что бабушка очень любит сов. Поскольку я первый раз, то, конечно, интересно, потому что я этого раньше никогда не пробовал. На фестивале каждый нашел занятие себе по душе, а главное, событие стало возможностью провести время в парке всей семьей. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.